Здравствуйте. Прошлой осенью я посадила 4 куста винограда. И вот решила сегодня проверить, как они себя чувствуют и можно ли уже открывать. Я их накрыла бутылкой и закопала землей. И вот сегодня я уже одну бутылочку вот раскопала. На ней видно конденсат. Я открутила крышечку и посмотреть, как они себя там чувствуют. Ну вот видно, что почки еще спят. Но там влажность. Так что, скорее всего, я, наверное, еще пару деньков их подержу. И буду потом их полностью раскапывать. Но при этом я крышки плотно закрывать не буду. Я немножко открою, чтобы влага оттуда выходила. Вот здесь у нас поливочный шланг или что-то муж такое установил. Я на зиму закрывала бутылочкой, чтобы туда мороз не заходил. Вот у нас уже всходит чесночок, который я посадила между рядами. То есть я думаю, что уже буду, скорее всего, открывать виноград. Вот тоже куст. Потому что там уже в бутылках влажность, все-таки земля, наверное, греется. Сейчас мы посмотрим. Именно эту бутылку. Здесь бутылка большая, 5-литровая я ставила. Сейчас открутим, посмотрим, как они себя чувствуют. Вот. Так, не вижу ничего. Подождите, сейчас. Вот она. Ну, в принципе. Ничего не видно. Ну, мне, конечно-то, видно. А вам, наверное, ничего не видно. Но я тоже не буду до конца закручивать. Немножко приоткручу, чтобы влага выходила. И через пару деньков я полностью раскрою виноград. Единственное, что, наверное, бутылки я снимать не буду все-таки. Здесь тоже не видно ничего вам. Мы тоже оставлю я немножко их приоткручу, чтобы влага выходила. Ну а через недельку, наверное, я их полностью уже все открою. Подписываемся на мой канал и будем наблюдать за ними дальше.